обитатели Красного моря, что ли, тут? А вон дури, что ли, плавает? Смотри, смотри. Где мы находимся? Три острова. Что тут за маленькие рыбешки? Скорпена. А где тут скорпена? Вот она, где она, скорпена? А их всего лишь тут три? Нет, смотри наверху. Маскируются, это рыба, которая маскируется. Не знаю, вот смотрите. Мне кажется, вот она где-то здесь вот. Вот это, вот эти рыбы. Павлинья и пурпурная долосомая. О, они радужные. Ой, вообще круто. Смотри, смотри. Уже осьминог там есть? Туристские рыбы однотипные везде. Мы таких уже видели. Сейчас я им глаз посвящу. Надо, папа. О, смотри, боком поплывает. Не надо. Ну, ни фонарик никогда не видели. Папа. Пап. Смотри мне в глаз. Шуб, все. Они света белого не видели. Ты точно рыб ни разу не видел как? Они, знаешь, они сколько большие, а если снизу смотреть, такие маленькие. Вот так, смотри, как будто бы она меньше. Ага. Ты смотри, какая волосатая, как зеброчка. Ой, зеброчка выплыла, точно. И уплыла. Это типа, знаешь что, тунца. А вдруг это пираньи, да? Это туны маленькие. Датская мурена. Мурена, да. Я вам говорю, а что она так рот открывает? Дышит. Он рыба со лбом не двигается. Что у нее там на голове? Что у нее в голове тогда вопрос? Где? Замерли африканские рыбки. О, золотые какие, хорошенькие. Я хочу себе рыбку. Рыбку себе хочешь. Смотри, черные какие он красивые. Смотри, как он сидит. Котик. Сомик там? А, черная? Черная такая?
давать кому занятия у планеты фотографии. Ну не надо. Лучше там в туннеле. Ну какой тут интересный экземпляр. Мы видели вот этих рыбок с черной точечкой. А, в море видели, да. Да, я прям помню. А это что за толстолоб? Мозголоб. А? Ой, смотри, какая изогнутая. А там что? Просто бассейн. Что там? Или крабы? Радуга. А, радуга. Мам, больше ты покажешь? Какие губастые рыбы. Ага. Идем, идем, ага. Это у них просто губер. Это в реках Азии водятся такие. Ну вот это сом, да, написано. Да, ты не сможешь, бумага. Ну это сомы какие-то. Рабанариум. Вот здесь, давайте, вставайте. Где акулы-то? Акулы дальше будут. Это туна. Мама, что это? Где рыба? Чистящая рыбка, она стекло чистит. Это только она одна? Ну посмотри, мне кажется, нет. Вот еще одна. А, вот точно чистит. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Вон она как ротиком чистит. Ты на ней не сфокусировалась. Крутяк. Все. О, она устала. Нет, не устала еще. Сколько в нее вмещается? Написано, что это пиранья страшные. А что ж они страшные? Я не вижу. А, зубы у них надо посмотреть. Как они? У них же многомерные зубы. Почему они не умеют зевать? Открой зубки. Улыбнитесь. Улыбнитесь. Вас снимает камера. Скатики плавают. Не хочешь руку засунуть? Электричеством получить. Пошла вода. Не каждый может похвастаться, что ему стукнуло 220. Вон, смотри, какой белый. Глазастый. Thank you.
Какую мы вообще увидим? Но мы идем к туннелю. Жару мы не такие уж интересные. Подрались, когда... Ты видел, наверное, пулю тут лежала? На бочке. В бочке? Они прям в дощечку болтаются. Что, вылезти хотят? А вот эти звезды настоящие, интересно? Ну, вряд ли. Вряд ли. Ой. Это какой-то сатанинский обряд. Сатанинский обряд? Не, они вон там хорн есть. Зеркало прям так увеличивает. А так не видно, да? А ты знаешь, что они водятся в пресной воде только? В чистейшей пресной воде, осетровые. В осетровой воде. Но у них должна быть очень чистая вода. И очень холодная. Вот царь рыба плывет. Астафьев про нее написал, что это царь рыба. Осетр. Мурена. И тут еще она. Притаилась. Страшная. Это дальневосточные рыбки. Такие хорошенькие, серебристые. А, вот серебряная акула. Где тут маленькая? Шарк. Челленджер. Вон есть челленджер, серебряная акула, golden shark. Шарк, акула. Но это как бы так называется акула. Ну вот я смотрю. А это тинфойл. Вообще на нашего карпа похоже. Я не вижу. Челленджера я не вижу. Ну запатя за пуй деньги тут. Ну, почему нету? Ну, ай, вот такая, как сказать, огроменная просто. Смотри, какая. Это что, типа ската такого? Кто это? А это что за танк такой? Мама, смотри, что такое. О, мама дорогая. Слушай, она реально 1.20 м в длину, да? Сколько мяса. А, мяса сколько. О, акула, караколок. Вот, смотри, вот это вот акула, гитара. У нас да, цвет гитара называется, да? А, плоская такая, да? Вот это да. Они вообще передвигаются. Это скульптуры с острова Пасхи. Леди играет.
панель. Вот скопление. Шустрика. Какая-то машина. Через минуту будет такой. Пока я вижу только тоннель, рыб я не вижу. Идите, садитесь, вас сфотографирую. Вон он скатик малый. Да, у меня тоже что-то видео какое-то это... искажение идет. Давай сейчас. Смотри.
Вот, на меня плывет. Смотри, с какими этими шипами. Ну, это настоящие акулы, только маленькие.